Весной во всех трамвайных вагонах зазвучат стихи и музыка. Так власти набережных Челнов решили скрасить поездки пассажиров по городским маршрутам. Этот и другие вопросы развития культуры обсудили сегодня депутаты на заседании профильной комиссии Горсовета. В этом году мы хотим такой вот проект, будут записываться самые знаменитые на слуху стихи, отрывки, и совместно с транспортниками будем говорить о поэзии. Также народные избранники обсудили вопросы привлечения средств на гранты для одаренных детей и развития детского досуга. На комиссии прозвучало, что уже принято решение продать квартиры, в которых сейчас ютятся 5 подростковых клубов. А на вырученные деньги достроят большой центр для детей в 13-м комплексе. Туда после ремонта и должны переехать лишенные квартир молодежные объединения. Само здание уже готово, однако требуются еще работы по внутренней отделке и немалые деньги на них. Сумма, которая необходима для завершения объекта 13-13, это порядка, вот, по оценке ДИАС, порядка 10 миллионов. Это, а сумма реализации? А сумма реализации, вот мы планируем, вот хотим выйти на эту сумму, реализовав эти 5 объектов. Да. То есть